Всем привет! Вы смотрите Dionix Channel. И настало время подвести итоги конкурса. Работ пришло очень много, порядка 50 с лишним штук. Некоторые были отбракованы, они были откровенным плагиатом, за что их авторов пришлось, к сожалению, забанить. Да, с такой негативной немножко ноты начал объявление победителя. Некоторые просто не прошли на конкурс, поскольку были, ну, не соответствовали некоторым правилам. Там был один арт, на котором просто дом сфотографирован, то есть, ну, скрин дома в Майнкрафте, это далеко не то, что нужно было выложить. То есть, конечно, многое годилось на конкурс, но далеко не все. И в итоге осталось 30 работ, из которых мои друзья, знакомые и родные, в общем-то, и выбрали победителя практически единогласно. Но перед тем, как я его объявлю, давайте посмотрим на то, что прислали остальные участники. Все участники. К сожалению, прям вот все работы показать не могу, так как в некоторых использованы шрифты, источник которых я не знаю. То есть я не уверен, что это бесплатные шрифты. За это может YouTube немножко и наказать. Поэтому, кто не заметил своих работ из конкурсного альбома, вот из того, что сейчас в нем осталось, извините, но вот именно из-за шрифтов, не по другим каким-то причинам. Итак, смотрим. Победителем становится Иннокентий Спатин. Поздравляем победителя. Ключик от игры The Binding of Isaac Wrath of the Lamb уже отправлен тебе в личку. Всем остальным огромное спасибо за участие. Скоро в группе будет проведен небольшой такой блиц-конкурс. Конкурс зрительских симпатий. То есть те, кто не победил в основном конкурсе, все-таки смогут выиграть ключик от игрушки The Basement Collection. Естественно, у вас должна быть игра в Steam, чтобы этот ключ смог сработать. Иначе Steam его просто не активирует. Результаты этого конкурса будут только в группе. То есть, если вы хотите наблюдать за проведением этого конкурса, то вступайте в группу. Я надеюсь, что вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Всем пока!